Okay. Давай, Надя! Я с вами! Он на секунду, да, давай его! Ох! Ловлю рыбу гранатой! Космично! Ночуем в городе, ночевали в городе Клош, заплатили мы, сколько номер стоил? 390 лей. Номер был 500 лей. 600? 600 все-таки лей, да. 600 лей, а заплатили, считайте, 390. Но только что мы все... И за дорогу еще. Но только что мы все компенсировали завтраком. Мы теперь все сожрали. Сейчас будет очередь в туалет. Да, сожрали полкило хлопьев. Сожрали полкилограмма, 5-литровую кастрюлю каши. Сожрали 2 литра молока. 8 яиц. 2 литра молока выпили. Сейчас доедаем яблочки, йогурта, апельсины. Пол сожрали. Да. Два хлеба. Хлопья. Две пачки молока, да. 1,5 пачки хлеба. Масло. Масло. Маргарин, наверное. Ну, тосты. Тосты, грубо говоря, печенька. Ой, печенька. Все, ребята, конец связи. Продолжим завтра. We'll be right back.
Где мы находимся? Мы находимся в замечательном месте, на пересечении границы двух миров. Первый мир это Ро, а второй мир это БГ. И вот мы из Ро едем в БГ. Там уже ветрячки мы видели, кучи всяких красивых поселочков. Надеюсь, нас ждут в Софии много классных металлических девчонок. Вот где-то там находится Болгария. Даже не где-то там, а вот буквально на той стороне реки Дунай находится Болгария. А мы приехали за час раньше, нам сказали, что паром отходит через час. Так что мы еще покатаемся на пароме сегодня. И это круто. Парни поняли, что в парке Софии есть Wi-Fi. Вот как это выглядит. Вот как это выглядит. Колеса, почему поезд, почему рельсы?
Вы ж вроде на машине. Так безопаснее поворот промазать unreelable. Тут туалет лучше, чем в наших купе. Где колеса? Какие колеса? Где какие колеса? Почему вы в поезде? Колеса? Ту-ту колеса. Мультимес, ну паркати. Ну паркати. Наші пригоди тільки починаються. Як ви бачите, ми вже на потязі. Ми змінили машину на потяг. Таки достатньо. Ми почти в Варні. Так. В Нарнії. В Нарнії. Тепер саме так ми будемо пересуватися протягом останніх днів туру. Так. Ну, круто, якщо ця мета. Ну, практично, так. Да. Бо? Зараз ми їдемо в місто Варна. Ты не видишь. А если мы попробуем? Oh,